Вы знаете, я бываю на многих мероприятиях и федерального, и регионального уровня. Я действительно очень впечатлен вот форматом организации проведения этого мероприятия. Удачный выбор спикеров, очень удачный выбор тем, интересные модераторы, атмосфера. Поэтому я вчера, например, очень много полезного для себя узнал и понял, что вот эти региональные площадки, и в частности вот этот форум «Агро-Юг» является на юге, пожалуй, одной из, может быть, самых главных форумов, где аграрии могут каждый по своему направлению что-то взять новое. А новое брать сегодня очень важно и актуально, потому что в условиях тех серьезных задач, решаемых в сфере агропромышленного комплекса, для аграрию, который настроенный, важно получить, подучиться у тех, за спиной которых есть история успеха. Именно спикеры, докладчики, выступающие на этом форуме, дали возможность и поделились секретами, почему у них получилось. А остальные, вот, которых где-то что-то срывалось, имели возможность понять, наладили контакты, получили информацию. Я думаю, что форум выполнил свою миссию.